Посидеть на заседании Верховной Рады, посмотреть персональные данные чиновников и заглянуть в их декларации – все это может стать реальностью уже на этой неделе со вступлением в силу нового закона об упрощенном доступе к публичной информации. Как он будет работать, сегодня рассказали в Комитете по вопросам свободы слова. Каждый желающий сможет ознакомиться с данными госстатистики и протоколами сессий городских советов. Журналистам гарантировано право критиковать героев своих материалов, а за сокрытие информации теперь предусмотрен штраф. Ми з вами отримали малу інформаційну конституцію України. От саме ці закони, вони і захищатимуть право знати для українського громадянина. А право знати – це означає можливість контролювати владу і можливість змушувати і ухвалювати ті рішення, які потрібні громаді.